Сегодня мы с вами будем учиться делать один из базовых элементов на лонгборде, который называется пивот. Пивот – это разворот на передней подвеске на 180 градусов во время движения. Для того, чтобы сделать пивот, вы должны поставить ведущую ногу на нос доски, а другую примерно по центру. Далее, помогая себе плечами, вы закручиваете доску на 180 градусов. То есть сначала у вас идут плечи, а дальше ноги помогают вам сделать поворот на 180 градусов. Необходимо помнить, что при выполнении этого трюка важно хорошо уметь держать равновесие и не наклонять корпус вперед, чтобы доска точно повернула на 180 градусов. И тогда все получится. Ошибки, которые чаще всего возникают при выполнении этого трюка, как раз когда вы наклоняетесь слишком сильно вперед, когда поворачиваете доску на 180 градусов. И обязательно не забывайте, что вначале у вас поворачиваются плечи, и потом только ноги докручивают еще 180 градусов. Вот, в принципе, это не очень сложный трюк, и его легко научиться делать, если уделить этому достаточно времени. Надеюсь, данное видео поможет вам быстрее научиться делать этот трюк. Всем пока, подписывайтесь на нашу онлайн-школу «Траектория».